Порой хорошее кино может рассказать о городах больше, чем путеводители. «Париж, я люблю тебя». Однажды режиссеры из разных стран мира приняли необычный творческий вызов – отправиться в Париж и снять пятиминутный фильм о любви. Любви к жизни, людям и, конечно, городу. Киноальманах объединил братьев Коэн, Гаса Ван Сента, Тома Тыквера и еще более чем два десятка непохожих друг на друга постановщиков. Для одних участников проект стал пропуском в мир большого кино, для других – смелым экспериментом, но точно не оставил никого равнодушным. Питер ФМ. Дворы, колодцы, люди-чудаки, каналы, мосты и общая расслабленность – стандартный набор стереотипов о Петербурге, который делает этот город притягательным для миллионов людей. Здесь живет радиоведущая Маша и архитектор Максим. Кто знает, как бы повернулась их судьба, если бы не его величество случай. Вы знаете, я сегодня смогу часов в 9 на Чкаловской около памятника. Давайте, как я вас узнаю? Вы меня легко узнаете, я буду в костюме зайца. Зайца. Если будете в Петербурге, обязательно полюбуйтесь на дом-призрак, который в фильме рисует Максим. Он был построен в 1908-1910 годах и находится по адресу Фонтанка, 158. Римские каникулы. Пересказывать сюжет фильма нет смысла. Кто не знает историю принцессы Анны, прибывшей в Рим с официальным визитом и сбежавшей инкогнито гулять по улицам вечного города. Отметим лишь, что это был первый голливудский проект в полном объеме, снятый в Италии. Кстати, сцена, в которой Грегори Пек притворяется, что уста истины откусили ему руку, чистейшая импровизация. Поэтому реакция Одри Хепберн неподдельная. Гриша Субботин. Мы не могли обойти стороной лучший город на свете – Екатеринбург. Уральская столица не раз становилась киноплощадкой под открытым небом. Но, пожалуй, лучшее признание в любви городу сделал продюсер комедии Гриша Субботин Евгений Горенбург. Так зайдешь за оскорбинкой, а оказывается, что нужно что-то от сердца. Здравствуйте. А что у вас сердце? Стало чаще биться. Несмотря на то, что съемки фильма заняли всего месяц, в нем отметились многие городские знаменитости. Владимир Шахрин, Дмитрий Брекоткин, Андрей Рожков, Евгений Горенбург и наша коллега Валерия Шелковникова.